10 сентября сотрудники «Газпром-Трансгаз» Томск приняли участие в акции корпоративного донорства. 29 сотрудников компании сдали кровь в центре переливания. Подробности далее. В этот день работники компании «Газпром-Трансгаз Томск» сдали свою кровь и, возможно, смогли спасти чью-то жизнь. Акция корпоративного донорства в компании проводится уже второй раз. И по-прежнему участие в ней находит живой отклик среди сотрудников. На добровольную сдачу крови из компании «Газпром-Трансгаз Томск» пришли 29 человек. В группу вошли как новички, так и те, кто является донорами уже на протяжении ряда лет. «Газпром-Транс Томск» – это социально ответственная компания, и во всех регионах своего присутствия она активно участвует в социальной жизни того региона, где работает. Возможно, кому-то сохраним жизнь, поможем сохранить здоровье. Процедуру забора крови проводили на станции переливания. Медицинские работники тщательно проверили состояние здоровья каждого желающего пополнить банк крови. Измерение давления, проверка уровня гемоглобина, к сдаче крови допускаются только здоровые люди. Донор должен быть абсолютно здоров, да? Не должно быть заболевания легких, не должно быть заболевания сердечно-сосудистой системы, не должно быть, вот, например, гипертонической болезни, да? К примеру, давление 140 на 60, 140 на 70, 140 на 80 – это еще допустимый предел. Да? Это не потому, что мы не хотим с этим человеком работать, а потому что это опасно для его собственного здоровья. Надо сказать, что предприятие «Газпром-Трансгаз Томск» на сегодняшний день единственное в Ленске, сотрудники которого принимают участие в акции корпоративного донорства. Причем делают это безвозмездно. Руководство, в свою очередь, поддерживает стремление своих работников. В основном они идут с таких побуждений патриотических, да, помочь. Таких, кто отказывается, очень мало у нас. В основном все по первому призыву, зову, все появляются в любое время суток. Поэтому я очень благодарна этим людям и всегда говорю им спасибо большое, с низким поклоном. Говорят, что одна донорская сдача крови спасает примерно 3 жизни. Благодаря именно таким социально ответственным компаниям сотрудники пункта переливания крови надеются, что донорство в Ленске начнет успешно развиваться. А у сотрудников компании так и останется хорошей, доброй, корпоративной традицией сдавать кровь, чтобы мечты других людей сбывались. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.